Сегодня в меню гороховый суп, плов, оливье без мяса и тыквенные оладьи. Предельно простые, но невероятно вкусные блюда. Все это приготовили в трапезной Крестовоздвиженского храма Рязани. Повар Елена Шмакова работает здесь уже 9 лет. Она признается, рецепт предельно прост. Радость, да. И у нас с молитвой все готовится. То есть приходим, у нас сразу молитва. Потом начинаем готовить. Готовим с душой, и все довольны всегда. Здесь все как на обычной кухне. В меню щи, борщ, рассольник, разные супы и салаты, гарниры. Все приготовлено из самых обычных продуктов. И несмотря на то, что блюда постные, работники храма довольны. Сытные. Несмотря на то, что постная, она очень благодатная, она намоленная, она приготовлена с любовью. Ограничения в еде очень важны, но пост – это не просто еда. Это лишь часть большой работы над собой, которую должен проделать каждый верующий в ближайшие 40 дней. Важно помнить о празднике Рождества Христова и осознавать, что в мир пришел Спаситель, и понимать, что Он привнес с собой в этот мир. По словам священника Павла Конькова, пост как раз то время, когда надо начинать действовать. Человек давно, долго размышляет о том, что пора начинать ходить в храм. Пора. Или там помочь детскому дому, вот пора съездить, там сделать что-то, что давно хотел. Так вот, пост – это время, когда нужно прекращать думать и начинать делать. По мнению священников, каждый человек совместно со своим духовником может выбрать для себя ту меру воздержания, которая будет ему по силам. Это касается и ограничений в пище, и отказа от увеселительных мероприятий. Кто-то любит кофе, и постом для него будет отказаться или сократить, минимизировать употребление этого напитка. А кто-то любит ходить в кино, и в постом лучше как раз ограничить себя в этом. Этот пост продлится до 6 января, а 7-го весь православный мир встретит светлый праздник Рождества Христова. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».